Под председательством первого заместителя главы района прошло заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Кашхабльском районе. Всего члены комиссии рассмотрели 4 вопроса. Заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов, довел до сведения присутствующих итоги деятельности по профилактике коррупционных правонарушений за 2023 год. О положении дел в сфере противодействия коррупции в структурных подразделениях администрации района доложил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. На заседании также были рассмотрены отчеты об антикоррупционной работе, проведенной администрациями Игнатьевского и Кашихабльского сельских поселений. По итогу заседания комиссии были даны поручения на дальнейшую работу. Был утвержден протокол, в котором указаны ряд мер, обязательных для исполнения.